В подмосковном городе Долгопрудный прошел чемпионат России по масс-рестлингу, в котором якутские спортсмены показали наилучшие результаты. Российский чемпионат является ступенькой к международному чемпионату. Подробности далее. 120 спортсменов из многих республик, краев и областей России, пройдя отборочный тур в своих регионах, прибыли на данный чемпионат, чтобы помериться своими силами. Масс-рестлинг за последние годы динамично развивается на всей территории Российской Федерации. Создана Всероссийская Федерация масс-рестлинга, которая имеет аккредитацию Министерства спорта Российской Федерации. На следующий год очень много планов по дальнейшему развитию и интегрированию данного вида спорта в международное спортивное движение. Молодые спортсмены из Бурятии, Чувашии, Татарстана, а также Воронежской, Смоленской, Белгородской и других областей России показывали высокий класс спортивной подготовки. Но превзойти наших земляков им все же не удалось. С этим захватывающим зрелищем силы и сноровки спортсменов поздравляли известные люди страны, такие как Марина Попович, летчик-испытатель, заслуженный мастер спорта СССР. Во всех континентах проводятся чемпионаты континентов, проводятся чемпионаты страны 45 стран, они 45 стран именно Всемирной Федерации аккредитовано. В связи с этим, конечно, мы возлагаем большую надежду о развитии масс-рестлинга. Российский чемпионат по масс-рестлингу является ступенькой к международному чемпионату, который будет проходить в Казахстане, Чехии, Бразилии и Сербии. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.